Всем доброго утра! Вас ждет мотивация на уборку сегодня. А сейчас я оделась на музыку, где занимаются дети и мамы. И я поняла, что я сейчас это все сниму, потому что так ходить нельзя. Голые плечи, неприлично, не праздник. Короче, мыслю стереотипами. Папы там, ползать надо на четвереньках. И решила вам просто показаться. Вот так. Покрасуюсь и сейчас залезу в джинсы обратно. Надеюсь на вашу поддержку, мои дорогие. А потом одену это платье, когда будут какие-то детские праздники. А взрослые праздники мне пока не светят. Рада, что заглянули на канал «Вопросы женские». Оставайтесь со мной. Похоже, что так тоже нельзя, да? По-моему, прекрасная одежда. Но меня там мамашки просто возненавидят, потому что они все непричесанные, они уже дети. И выглядят они в 11 утра, в субботу очень плохо. Все-таки немножко оставлю раздетого тела, такое у меня сегодня настроение. И вытянутые джинсы самое то для детского занятия. Пойдем мы, суббота у нас сегодня, позанимаемся, потом будем прибираться. А мы после музыки отправились на такую необычную площадочку на Парнасе. Никогда не катался на такой галке. Давай, поехали. Только на нее, Вики, не забраться. Вот эта штука очень скользкая, прям настоящая гора. Вон какая. Вика расстраивается, да. Никак не забраться. Вон там какие крутые лавки вдали. Вот летом будем сидеть на них. Первая я, говорит. Так, мы были в Дикси. Я не люблю закупки смотреть и показывать, но сын старший сказал, что по аналитике у меня получается самые популярные видео с минутами просмотра именно те, которые связаны с покупкой продуктов. Итак, в нашем Дикси есть какие-то чудесные, сейчас специально цену посмотрела, 22 рубля, лаваши 5 штук, треугольнички по 59 рублей, плюс-минус 10 рублей, если что, не точно помню. Это то, что мы пьем все время, айсберг себе купила, вообще это все купила, потому что выходной день, детей кормить надо. Так, в будни не надо их кормить. Говяжий фарш по акции. Да, Данечка, я тебя слушаю. 104? Нет. 119 по акции. Сырки только если брать кратное 3 по 12 рублей. Такая вот акция. Кстати, в Едодиле я видела такую акцию. На 6. Где на 6? Вот, по 12 рублей, действительно. Ну, по 13 считай. Дальше. Ну, морковка, кабачки не считаются. Да, это какие-то там копеечки стоят. А какие копеечки? Кабачки 45 рублей, однако, копеечки. А вот морковка 10 рублей. Крабовые палочки я взяла вперед на Новый год. Видела десерт в интернете. Туда можно завернуть потертое яичко с майонезом, например. Или потертое яичко с сыром и майонезом. Раскатывается вся палочка и потом закатывается очень красиво. И шпажкой прокалывается, чтобы не развернулось. Либо можно еще и нарезать. Ну, кто как готов потратить сколько времени на это. Вот такие вот купила. Йогурты тоже по акции. Опа, окажись, он вздутый. Опа, эти хорошие. Так, по 34 рубля. Сдоба Венская, не помню сколько. И вот это купила первый раз в жизни. Сейчас есть очень хочется. Прямо сейчас это съем с майонезом. А может, мне так кажется, может, не съем. Яйцо куриное купила еще. И уже я варю кашу. Даня затребовала овсянку. Вот так, сэкономила. Купила такое молоко. 30 рублей. Так протекает наша суббота. Будет что-то интересное. Обязательно покажу. Ну, собственно, уборка точно будет. Потому что тут уже не проехать, не пройти. Кашка, кашка. Сейчас будет кашка у деток. Варю я кашу. Вот такую вот. 4 злака. Почему? У нас есть на обед суп из красной рыбы, но Даня отказался даже бульончик пробовать. Вчера не привыкли, не приучила к рыбе. Добавила сюда сахар, соль.
Рыбный суп мы с Тёмой, наверное, будем. Так, это салат большой. Тарелка огромная, больше меня. Но это будет мой салат. Дети поели овсянки. Сейчас будут есть сырники. Вообще ничего не хотят есть, только хотят вот этот зефир есть. Бесконечно, да? Это оливки, сыр, айсберг и растительное масло. Я уже вижу, что тебе каша не нужна. Тебе нужен мой салат. В общем, Вику уже дома не уложить спать никак. Она не привыкла, мне пришлось лечь с ней. Покуда я легла по-настоящему, я уже тоже засыпаю. Поэтому уборка откладывается. Давайте поспим перед Новым годом. Выспимся, наконец-то. Надо просыпаться. Вика давно встала, а я нет. Лежу, смотрю блогеров. Такая суббота. Так, что у нас тут? Вика съела все оливки, я сейчас добавила новые. Дети после обеда все тут осталось. Даня смотрел мультики, Вика чуть-чуть спала, совсем мало она спала. Сейчас мы покушаем рис с индейкой. Я это развлеку кетчупом и майонезом, и потом дам им что-то сладкое, либо сырок, либо йогурт. Хотела сейчас дать, но тогда ведь они вообще не поедят. А я бы так с удовольствием сейчас со сладкого начала. Кстати, так я и сделаю, пока они в комнате. Кажется, я съем сейчас сырок. Вот и все. И не буду мучить. Брюки превращаются в элегантные шорты. Открыла. Слишком много времени уже. 5:30. Уже совсем хочется кушать. Эти зеленые листья меня что-то провалились. Я так толком не уснула. Даня прибежит, то Вика проснется. То одна, то другая. Валялась, валялась, а есть хочется. Если бы я спала, то есть не хотела. Вы слышите музыку? Эта музыка доносится с улицы. Я приоткрыла окно, и мы, наверное, скоро туда пойдем. Я здесь музыку слышим. Здесь музыку слышим, да. Тут и море там потечем. Викач, иди туда играй, иди пока играй.
общем, ребята, зовет нас музыка. Слышно вам, нет? Сейчас будем собираться. Господи, что с этой селфи-камерой? Тему соберем. Пойдем, что-то там красивое. Хотела сейчас запись с экрана включить, но у меня не получилось. Уже люди выложили то, что там происходит. Это световое шоу в Северной долине, в главстрой, как это сказать, еще на Парнасе. Световое шоу, которого никогда здесь не было. Раньше мы ездили на Дворцовую площадь, и вот цивилизация дошла до нас. Конечно, такие звуки, что тут как-то уборкой заниматься не хочется. Вот я вас засунула в щелочку окна, с вашего позволения. В общем, будем одеваться, собираться. Вика оделась первая, сказала, что она идет на шоу. Идешь на шоу смотреть? Шоу смотреть идешь? Да. Да. Все, и вас берем с собой. Пойдемте. Померзнем чуть-чуть. И Тему возьмем. Так, чтобы это видео было хоть немного полезным для вас, я решила, пока дети собираются, сказать пару слов о вещах, которые делают ваш дом некрасивым. Вот. Не буду записывать об этом отдельное видео ради этих минуток просмотра, не хочу. Значит, вещи, которые ваш дом, скажем так, уродуют. На первом месте это тряпки. Тряпки, которые предназначены для уборки. Тряпка для столов, тряпка для пола. Тряпки у нас могут быть как на кухне для пола, у кого маленькие дети, те поймут. Также и в санузлах. Тряпка может валяться около входа в квартиру. Что я хочу вам сказать? Я хочу вам сказать, что этих тряпок не должно быть видно. Строго. И эти тряпки должны быть красивые. То есть это то, что мы видим. Если вы бросаете такую тряпку зимой около входа, чтобы еще и там вытерли коврик, потом об тряпочку, тряпочкой потом протерли пол, то эта тряпка должна быть приличного вида. Она не должна быть страшной, ей не должно быть там уже месяц. У меня очень с этими тряпками... Все в голове в моей определено. Значит, я ненавижу грязные тряпки. Я очень часто их выкидываю. Я каюсь, да, я засоряю экологию. Я их не сдаю в переработку. Но тряпка, которая видна вот на раковине, смотрите, вот я вытерла стол и бросила ее по-быстренькому. Вот она. Смотрите, какой ужасный сразу вид. То есть ее нужно прополоснуть и аккуратно положить. А еще лучше ее спрятать вот сюда в стол. Дальше. Тряпки, которые в санузлах, у меня вообще никогда не тряпки. У меня это красивые, махровые, маленькие полотенца. Давайте посмотрим. Может быть, я вру. Моя нелюбовь к тряпкам настолько сильна, что я думаю, что 50 рублей каждый из вас может потратить на полотенце, даже 100. И оно вам сколько-то времени послужит. Здравствуй, Вика, я тебе очень рада. Ну, предположим, оно послужит полгода, может быть, даже. Оно красивое, и оно даже у меня есть коричневое в цвет пола. Оно тогда не вызывает чувство отвращения. Спасибо, Вика, что создаешь лишние шумы. Мы прячем его здесь. Еще есть дополнительное полотенце, но это уже... Все, беги туда, беги, очень шуршишь. Самолетик должен летать, не шурши. Это наши тут такие индивидуальные особенности строения санузла. Вот здесь у нас может вытекать вода, поэтому есть еще одно полотенце. Вика, не шурши. И оно тоже должно быть красивое. Оно очень регулярно стирается в стиралке или я его споласкиваю в раковине. Мои полотенца всегда сухие. Ну, тряпки, называйте это тряпки. Они всегда красивые. Пойдемте еще в один санузел. Можно я, пожалуйста, пройду? Так. Так, а где тут я хотела похвастаться? Тряпкой для пола, но не знаю, чем похвастаться. Понятия не имею, чем похвастаться. Куда она делась? Ага, видать, ей кто-то попользовался. Честно, клянусь, это была не я. И кто-то ее все-таки отправил в такую какую-то промежуточную стирку. Смотрите, это тоже полотенце. Из той же серии, оно с золотой каемочкой, оно чистое, и они реально долговечные. То есть, кто скажет, что не впитывается, это махровое полотенце, все прекрасно впитывается. Девчонки, просто ненавижу тряпки, которые продаются под названием половая тряпка. Ничего страшнее вообще в жизни нет. Тряпочки, которые для столов продаются тоже сейчас, не синтетические,
поролоновые, хорошенькие. Если у вас нет ветоши, которую можно разрезать, как у меня, например, потому что маленькие дети. Что там такое у меня на фоне? Трусы, что ли? Вот. Значит, короче говоря, тряпочки можно всегда красивые купить. И ненавижу, когда приходишь в гости, и там эти грязные тряпки. Это первый пункт. Я на него потратила 4,5 минуты. Мамочки, я болтушка. Вторым пунктом будут диспенсеры. Пожалуйста, не пользуйтесь Фейри в их родных упаковках. Диспенсер, самый дорогущий диспенсер, стоит что-то около там 400 рублей в Икее. Но можно найти и за 100 рублей. Можно и не металлический, можно найти очень простой. Сейчас покажу. Вот такие диспенсеры я использую на кухне. Несложно запомнить, что в одном из них мыло, а в другом моющее средство. Это самые дешевые диспенсеры для моющих средств. Если вам хочется, можете распечатать красиво и наклеить бумажку со словом там мыло и со словом Фейри и заклеить сверху прозрачным скотчем. Ну что, болтушка, наверное, двух пунктов достаточно. Тряпки пускай будут красивыми в новом году, а все зеленые Фейри мы выкинем на помойку. Я, кстати, мечтаю еще найти диспенсер побольше для шампуня и для геля для душа, потому что он у меня литровый, его хватает надолго. Ну все, короче, идемте срочно смотреть шоу. Короче, дорогие мои зрители, я посмотрела это видео уже на 18 минут. Световое шоу я сниму и выложу отдельно или в этот же день, или днем позже. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. Получается, это было видео мотивация на уборку совсем чуть-чуть и в основном на готовку и закупка еще. И полезные советы. Вот сколько всего вместило 18 минут. Ставьте лайки. Пока-пока.